На сегодняшний день нет претензий в рамках безвизового режима, прошу не путать, нам претензий с коррупцией, что мы не сделали что-то на каком-то уровне. Нет таких претензий. Более того, европейское сообщество очень часто нас поддерживает в тех шагах, которые мы сделали. Может быть, не быстро, может, потому что у нас демократия в парламенте, и кто-то не хочет голосовать или иметь собственную точку зрения. Иногда это так. Иногда это личные коррупционные интересы. Почему-то за что-то не поддержать. Или исправить закон особым образом. Но сегодняшний день все выполнило. Спорный вопрос с этой поправкой. Но я уверен, что мы не потеряем время. Мы это наверняка коснемся. Мы уйдем, и я думаю, что с Грузией нас проголосуют вместе. Потому что Грузия не успеет сейчас в марте пройти следующий этап для безвизового режима, и мы все равно объединимся. Июне вместе у нас есть такая же возможность.